13 октября. Этот день был самым замечательным и знаменательным в моей жизни. Мы сегодня с Юрцом приехали на кастинг «Рассмешить комика». Сейчас мы находимся на автовокзале Запорожье. Его, правда, не видно, но сейчас мы идем в туалет, а потом, когда мы подъедем к этому отелю, где проходит кастинг, мы еще с вами увидимся. До новых встреч! Ну вот, мы приехали уже с автовокзала на набережную. Вот у нас сзади Корсика находится. Мы почти дошли до Рейгардеса. Вот, но мы... Я не знаю, что говорить. Мы просто еще не дошли. Я хочу, чтобы меня просто сфоткал. Так что ты врешь тогда, что мы дошли? Ну вот, мы дошли до Корсика набережной. Вот мы дошли до ручки. Это типа Комсомольский остров. Это намного чистее, чем у нас. И тут нету драчунов. Что еще расскажешь? Я недавно кушала. И? И искала туалет. И нашла туалет. Вот он. Но я правда сюда ходила. Так, вот мы и приехали на место. Лейка, отель, добро пожаловать. Здесь есть бассейн. Вот такие штучки. Мартини, пожалуйста. Абсенту. Абсенту. Где мой абсент? Я вам всем покажу, как надо пить абсент. И саму как. Ой, вот это я представляю как. Сейчас мы ждем, пока мисс-организаторы спустятся. Они еще даже не просыпались. Сейчас около начала 11-го. В 11 не только спустятся. Так что у нас есть час покайфовать богатой жизнью. Есть что пожрать? Сало. И чеснок. Блин, что громко смеюсь. Сало, чеснок, яблоки. Сало, яблоки е? Яблоки е. Что, болеть? Вот мы и приехали. Отличная погодка. Классное число. 13. Все должно быть супер. Эх, красота. Осталось только выступить. Пройти кастинг. И все будет здорово. Бассейн не упади. А, завжу. Завжу. Сам говоришь, портрет не снимать, а сам подходишь к объективу. Придется твой голос вырезать в чем-то. Все. Все? Все? Нет. Все? Все? Нет. Я сейчас пришла с кастинга. Я только что была на кастинге, рассказывала свой текст. Было 3 человека, один такой мужчина большой, второй такой веселый и хороший. Расскажи, как все прошло. Как прошло? Я говорила, но мне кажется, я очень быстро говорила, и просто не так, как я тебе рассказывала. Вообще, я, походу, немного перенервничала. И когда я только зашла, они мне спросили фамилию, сказала фамилию, а потом имя, а потом они сказали, сколько лет. Когда я сказала свое число... Аня, это не важно, расскажи, как выступила. Выступила. Были эмоции. Я немного путала слова, и потом такая, ну, типа заново. А потом у меня еще, когда я переворачивала листик, у меня руки так дрожали, просто капец вообще. А потом я видела, они улыбались, как бы, это, ну, блин, я не знаю, сейчас будешь... Ты довольна своим выступлением? Нет, я спешила и не так красиво рассказала, как тебе. Ну, я просто очень перенервничала, просто капец, что мне снимаешь? Просто капец, как ты. Ты сама попросила? Не надо так. И вот сейчас мы ждем результата, но зато это будет опыт. Я, в принципе, уверена, что я не прошла, но будет опыт. А вы сейчас тоже ждете очень, да? Снимаешь? Да.
Привет. Вот и прошел кастинг. На самом деле не все так страшно, как казалось. Очень много нервов, переживаний. Тут опа, все прошло. Хотя немного нервов, но стоит, конечно же, съездить сюда, воспитать себя. Почему бы нет? В общем, все круто на самом деле. Сегодня отличная погода, отличный день, отличный отель, хорошая организация. Ну, отличная я? Да, замечательная. Посмотрим, что загадывает. Дай бог, дай бог. Меня. Только что сказали результаты кастинга. Я не прошла кастинг, поэтому... Потому что шутки мои были все из интернета. Я не могу писать шутки, но если кто-то может мне написать шутки, то, пожалуйста, покидайте мне на YouTube или ВКонтакте личные сообщения, свои шутки. Всем спасибо за внимание, я не расстроена. Буду, следующий кастинг будет проходить весной. Так что есть еще время даже додумать свои шутки. Все, всем пока.